2010 год. Руководство музея Андрея Рублева устанавливает надгробие на могиле великого иконописца. Согласно историческим документам, место захоронения находится на территории Спасо-Андронникова монастыря. Казалось бы, все вполне логично. Монастырь с 1947 года является музеем Рублева. Исполняется 650 лет со дня его рождения. Весомая дата. Однако среди историков, искусствоведов и археологов разгорается нешуточный скандал вокруг надгробия Рублева. Более того, место захоронения почему-то называют условным. Что бы все это значило? Одни утверждают, юбилейная дата выдумана. Другие называют строительные работы на могиле кощунством. Третьи сомневаются, что могила находится именно в этом месте. Четвертые заявляют, что останков Рублева на территории монастыря нет вообще. Позиция каждой из сторон имеет научную базу. Все аргументы подтверждены опубликованными исследованиями, докладами и диссертациями. Научные труды ссылаются на вполне убедительные архивные документы. Однако непримиримые противоречия между версиями о месте захоронения наводят на мысль о фальсификации. И возникает вопрос: кому и зачем это было нужно? Кто почти 6 столетий скрывает истину, и можно ли сегодня ее восстановить? Дошедшие до нас сведения о жизни и творчестве преподобного Андрея Рублева краткие, отрывочные, полны противоречий и загадок. В письменных источниках 15-го столетия упоминается только об участии его в работе над 4 циклами фресок. Это стенные росписи Благовещенского собора в Московском Кремле, Владимирского Успенского собора, а также соборов Московского, Андронникова и Троице-Сергиева монастырей. Сообщается о прибытии Андрея и его учителя Даниила в Андронников монастырь, о применяемой ими методике мистического созерцания божественного света, а также о болезни и кончине обоих мастеров после завершения фресок Троицкого собора, позволяющей уточнить дату их смерти. Это все. Начиная с середины 19 века, исследователи привлекают к работе более поздние документы. Монастырские описи 16-17 столетий, вкладные книги, святцы, сомнительные компиляции 18 века, содержащие лишь краткие сведения о знаменитых иконописцах. Главной опорой для изучения их творчества становится мнение собирателей икон, реставраторов и гипотезы искусствоведов, порой весьма субъективные. Редактирование исторических фактов по заказу того или иного правителя – общемировая практика. Такое случалось не раз и не два. Переписывая рукопись, очень легко сделать белое черным, а черное белым. Но почему Андрей Рублев оказался вовлеченным в круговорот исторических фальсификаций? Почему имя великого иконописца до сих пор окружено таким количеством мифов и недомолвок? Вообще, что это был за человек? Когда он умер? И где в действительности захоронен? Попробуем в этом разобраться. Первое упоминание об Андрее Рублеве сохранилось в так называемой Троицкой летописи начала 15 века. Здесь сообщается, что в 1405 году почаша подписывать и церковь каменную Святое Благовещение на князя Великого дворе ни ту и жены не стоит, а мастер и бяху Феофан и конник Гречин, да Прохор старец городца, да чернец Андрей Рублев. Однако собор был построен и украшен в 1397 году. Без иконостаса храм не мог функционировать, поэтому не совсем понятно, зачем там были нужны иконописцы в 1405 году, через 8 лет после постройки. Троицкая летопись сгорела в пожаре 1812 года. Текст удалось реконструировать по сохранившимся выпискам Карамзина.
Оснований не доверять известному историку нет. Казалось бы, вот она возможность увидеть работу прославленного иконописца. Но из другой летописи известно, что в 1416 году церковь Благовещения была разобрана, и на ее месте построили новую, использовав старые каменные блоки. А в 1481 году этот храм решили украсить новыми фресками. Их создание поручили знаменитому Дионисию, который вместе с тремя другими мастерами всю зиму работал над иконостасом для недавно построенного Аристотелем Фиараванти Кремлевского Успенского собора. Но в том же 1481 году в куполе только что расписанного Благовещенского храма появились трещины. Собор пришлось разобрать. Уцелевшие фрагменты фресок 1405 года недавно были обнаружены на нескольких каменных блоках. Это орнаменты. Но даже в тех случаях, когда сохранились целые комплексы фресок, в создании которых принимал участие легендарный Андрей Рублев, утверждать, какой именно фрагмент написан этим мастером, не могут пока ни искусствоведы, ни реставраторы. Теперь, спустя столько времени, это невозможно, ведь над фресками вместе с ним трудились другие мастера. Второе упоминание о Рублеве встречается в нескольких летописных сводах. В 1408 году Майя в 25 на чаше подписывайте церковь каменную великую соборную Святая Богородица и же в Владимире по велениям князя Великого, а мастеры Данила и Конник да Андрей Рублев. Задача иконописцев – возобновить утраченные древние фрески в центральной части храма. Казалось бы, обычный заказ на реставрацию, однако вызывает вопросы, отраженные в летописи даты начала работ – 25 мая 1408 года. Дело в том, что фрески обычно писали в конце лета, начале осени, когда стены храма основательно просохнут за теплое время года. Весной же стены всегда промерзшие и отсыревшие. К чему такая спешка? И почему летописцы не отразили в летописи дату окончания работ Андрея и Даниила? Молчание источников позволило искусствоведам умозрительно растянуть пребывание мастеров во Владимире на несколько лет и подкрепить гипотезу, приписывавшую Рублеву помимо фресок еще и грандиозный иконостас. Но в действительности иконостас оказался работой Дионисия, а также мастеров Тимофея, Ярца и Кони, исполненные в 1481 году по заказу ростовского архиепископа Вассиана для Московского Успенского собора. Эти иконы передали во Владимир при патриархе Никоне в середине 17 века. Разобраться в этой путанице удалось историку и реставратору Никите Галиизовскому. Я стал смотреть по летописям, что могло вызвать такую спешку. Выяснилось, что месяца за 2-3 до этого великий князь Василий Дмитриевич пригласил в Россию княжить Свидригайло, как бы дал ему в управление целый ряд городов русских. Ради этого, собственно, и была затеяна реставрация фресок XII века. Цель великого князя состояла не столько в заботе о сохранении памятника культуры, сколько о престиже. Ему не хотелось, чтобы западные приглашенные им гости потом распространили слухи о том, что великий князь пренебрегает древними сокровищами искусства. Что касается иконостаса, который давно уже принято приписывать Андрею Рублеву, то никакого отношения, как вот удалось мне выяснить, к Рублеву этот иконостас не имел. У Рублева и Даниила было всего 2 месяца на всю эту работу. Третье упоминание о Рублеве в житии преподобного Сергия Радонежского, составленного Пахомием Сербом. В рассказе об основании Спасского Андроникова монастыря повествуется о том, что Андрей Рублев принимал участие в его строительстве и росписи. По времени же вон и обители старцу именем Андрею, иконописцу Преизрядну,
всех превосходящего мудрости зелени и седины честные имея и прочие мнози, в обители своей церковь каменное зело красную и предписанием чудным своими руками украсиша в память отец своих». К сожалению, до наших дней сохранились только орнаменты. Маловероятно, чтобы ими занимался главный мастер. Обычно такую работу доверяли ученикам или пособникам. И вновь след Рублева ускользает, теряется в веках. Пояснение требует слова «старец», которым составитель жития Сергия Радонежского сербский монах Пахомий Логофет именует Рублева. Речь идет не о возрасте. Хотя на тот момент времени, а это между 1415 и 1425 годами, иконописцу было не менее 60 лет. Это монашеское звание. Андрей Рублев принадлежал к руководству монастыря. Сведения о жизни и творчестве Рублева все время обрываются. Заключительный этап с неожиданными подробностями отображен в житии Никона Радонежского, ученика и последователя преподобного Сергия. Житие было составлено тем же Пахомием Логофетом. Сообщается, что в 1427 году, закончив фрески Троицкого собора, Андрей Рублев и Даниил один за другим заболели и умерли. Уникальные фрески были сбиты перед поновлением в 1635 году. Здесь покоятся мощи преподобного Никона Радонежского. Его житие не только повествует о последней работе и факте смерти Андрея Рублева и Даниила. Анализ документов в контексте исторических событий позволяет определить дату смерти иконописцев с точностью до месяца. Никон Радонежский, пригласивший иконописцев для создания фресок, скончался 17 ноября 1427 года. В житии Никона, составленном Пахомием, отмечается, что преподобный Никон очень был счастлив и радовался, что ему до его смерти удалось увидеть собор полностью расписанным. Можно сделать вывод, что работа над фресками проходила в конце лета и была закончена в сентябре 1427 года, незадолго до празднования Успения Сергия Радонежского 25 сентября. А дальше произошло следующее. Они заболели. Сначала заболел Андрей и быстро скончался. А через несколько дней заболел и умер Даниил. На празднование 25 сентября обычно съезжалось множество гостей. Очень может быть, что в этот момент в монастырь завезли чуму. Тогда же была в течение 2-3 лет бубонная чума. Иконописцы, выполнив свою работу, остались на празднование Успения Сергия и заразились. Смерть иконописцев произошла в начале октября или в октябре. Поскольку Андрей и Даниил были старцами Андроневского монастыря, они должны были быть захоронены в своем монастыре. Версию Никиты Голизовского подтверждают миниатюры из лицевого летописного свода XVI века. На них две сцены прощания с Андреем Рублевым и Даниилом. Место действия одной – Троицкий монастырь, другой – Спаса Андроников. В первом случае мы видим отпевание после смерти, во втором – перед захоронением. В середине XVI века, в связи с подготовкой второго собора, посвященного канонизации русских святых, пахомиевское житие Никона Радонежского подвергается серьезной переработке. В новой редакции неизвестно откуда появляется информация, что Андрей Рублев и Даниил вернулись из Троицы Сергиевой Лавры в Москву, расписали Спасский собор Андроникова монастыря и только после этого умерли. И случилось это якобы не в 1427 году, как сказано ранее, а в 1430 в Москве. Для чего понадобилось оживить Андрея и Даниила? К
кто был заинтересован в фальсификации или, наоборот, уточнении этих данных? Очевидные ответы отсутствуют. Дело в том, что во времена Ивана Грозного летописи и жития редактировались и переписывались постоянно. Любая деталь могла быть исправлена по сотне самых разных причин, понять которые сегодня чрезвычайно сложно. Но мы не оставляем надежды во всем разобраться и обращаемся за помощью к специалистам, которые разгадывают загадки многовековой давности. В очередной раз нам поможет историк и реставратор Никита Голизовский. А эта дата могла появиться, во-первых, из-за описки переписчиков или в связи с появлением второй редакции жития Никона, грубо переделанной к собору 1949 года. В житии Никона, Пахомия, Логофета, есть очень важное выражение – конечное рукописание. Во всех редакциях никоновского жития Пахомием составленного конечным рукописанием является его работа над фресками в Троицком соборе Сергиева монастыря. Во второй редакции никоновского жития конечным рукописанием называются фрески Андроневского монастыря. Почему же так важно было зафиксировать факт возвращения Андрея Рублева и Даниила в Москву? Кому и для чего это было нужно? По завещанию Дмитрия Донского наследовать великокняжеский престол должен был старший в роде. Василий Дмитриевич нарушил это завещание и завещал трон своему сыну Василию. Тем самым была нарушена воля Дмитрия Донского и воля преподобного Сергия, что было очень болезненно для монастыря и для всех последователей Сергия. Нарушением этого завещания становились нелегитимными все потомки Василия Дмитриевича, включая самого Ивана Васильевича Грозного. Таким образом, возвращение прославленных иконописцев в Москву символизировало признание церковью законности власти. Удивительно, но сведения о факте захоронения иконописцев отсутствуют. В подробнейшей описи Спаса Андроникова монастыря 1765 года составитель, который учел все, вплоть до посуды, не упомянул ни о мощах игуменов Андроника и Савы, ни о мощах иконописцев Андрея Рублева и Даниила. Между тем, согласно хранящейся в собрании Ярославского музея рукописи начала XIX века, которая была составлена старообрядцем Ионной Керженцем, вплоть до конца XVIII века мощи святых иконописцев Андрея и Даниила находились под колокольней Спаса Андроникова монастыря. Это довольно странно. И вообще, какое отношение может иметь иконописец, причисленный к лику святых официальной церковью, к старообрядцам? Без помощи специалистов в этом вопросе не обойтись. В середине XIX века в составе библиотеки Кирилла Белозерского монастыря хранилась рукопись святцы, составленная учеником Иосифа Волоцкого Герасимом Замыцким. В этой рукописи говорится о том, что Рублев был записан среди святых. Но вообще старообрядцы очень почитали Рублева. Кстати говоря, Андроневский монастырь находился как бы между двумя старообрядческими. Рогожская застава была с одной стороны, с другой стороны Преображенская. Может быть, место захоронения держали в тайне именно потому, что староверы почитали иконописцев, и руководство Спаса Андроникова монастыря опасалось паломничества старообрядцев к их могиле. Колокольню, под которой, согласно грамоте Ионы Керженца, были похоронены Андрей Рублев и Даниил, снесли как ветхую по указу Синода от 1781 года. Мощи были перенесены в Спасский собор. Им были оказаны подобающие почести.
Но по документам 1787 года это были мощи преподобных Андроника и Савы, первых игуменов монастыря. Так ли это на самом деле? Никого не удивило, что мощи святых оказались в одном гробу. Кроме того, в алфавитном перечне русских святых от 1784 года, то есть за три года до чудесного обретения мощей, святые Андроник и Сава отсутствуют. Все это очень странно, что-то не сходится. Каким образом в одном гробу могли оказаться мощи двух игуменов, которые умерли с интервалом почти в 20 лет? И почему их похоронили таким странным способом? И откуда взялась информация, что это были именно Андроник и Сава? Андрей Рублев и Даниил были погребены около юго-восточного угла Спасского собора. Все попытки, как бы вот сейчас, которые время от времени будируются, найти их мощи, за которые выдаются то одни сначала найденные останки, то другие, они не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Странный способ захоронения двух тел в одном гробу делает более обоснованной версию о том, что под колокольней Спасского собора были обнаружены мощи иконописцев, а не игуменов. В этом случае на подобное захоронение могли быть причины, которым есть объяснение. В 1787 году в Москве было издано историческое и топографическое описание города Москвы. В этой книге впервые упоминается о том, что в соборе Спаса Нерукотворенного находятся мощи в единой гробнице, запечатанные неведомо чьей печатью. В дальнейшем упоминание об этих мощах встречается во всех описаниях Андроникского монастыря вплоть до Октябрьской революции. Никто из исследователей не обратил внимания и на тот факт, что в описи монастыря 1765 года ни о каких мощах на территории монастыря вообще не упоминается. А с другой стороны, в это самое время около собора находилась колокольня, под которой, согласно известию Ионы Керженца, находились мощи иконописцев Андрея и Даниила в одном гробу. Перед тем, как разрушать колокольню, оттуда вынесли мощи иконописцев и перенесли в храм. Почему же иконописцы оказались в одном гробу? Эпидемия была в самом разгаре. Гробов не хватало. Иконописцы умерли во славе. Ведь роспись главных соборов России доверяли только лучшим. По логике, их могила должна была стать местом поклонения верующих. Но произошло обратное. Какая-то тайна или дезинформация. Или кто-то все-таки пытался придать их имена забвению. Немногочисленные сохранившиеся документы говорят об обратном. В упоминании об Андрее Рублеве, отображенном в тексте 100-главого собора, говорится о почитании иконописца. В 1551 году, отвечая на вопрос, как правильно писать Троицу, митрополит Макарий говорит, как писали греческие мастера и как писал Рублев. Есть даже мнение, что этот вопрос был задан по личной просьбе Ивана Грозного, почитавшего икону. Но документальных свидетельств, подтверждающих эту версию, не существует. Да и можно ли утверждать, что митрополит Макарий имел в виду ту самую Троицу, самую известную икону, которая считается работой Андрея Рублева и которая находится в Третьяковской галерее? Или речь идет просто о стилистических особенностях рублевского письма? Большинство исследователей считает, что Макарий в этом ответе имел в виду конкретную икону из местного ряда Троицкого собора Сергиева монастыря. В том же ответе 100-глава указывается на то, что на нимбах Троицы перекрестие не следует писать ни у которого. Недавно при исследовании этой иконы было обнаружено, над головой среднего ангела на нимбе сохранился
кусочек древнего золота с остатками киноварного перекрестия. Таким образом, возникает сомнение, о той ли иконе Рублева говорил Макарий. Это мнение имеет право на существование. Но есть и противоположное, также подтверждаемое документами. В частности, в сказании о святых иконописцах, появившемся на рубеже 17-18 веков, утверждается, что икону Троицы написал именно Рублев. Цитируемое всеми исследователями сказание о святых иконописцах содержит ошибку, вернее сказать, фальсификацию. Там в рассказе о Рублеве говорится, что Рублев по указанию Никона образ написал Святой Троицы. Обнаружился древнейший список этого сочинения, хранящийся в библиотеке МГУ, в котором вместо слова «образ» читается «церковь». Рублев написал не образ Троицы, а церковь, то есть написал фрески в церкви Троицы. Подтверждается то, что это фальсифицировано, тем, что в дальнейшем тексте этого отрывка, где рассказывается о том, как Даниил и Рублев стенным же письмом в Андроневском монастыре церковь написали, указывает на то, что стенным же образ нельзя написать стенным письмом, что в предыдущем тексте речь шла не об образе, а именно о фресках. Неужели мы должны усомниться в авторстве самых чудесных работ великого мастера? Неужели его имя нам в действительности неизвестно? От такой мысли у каждого, кто неравнодушен к русской истории и культуре, захватывает дух. И, честно говоря, не хочется в это верить. Хотя, по большому счету, Андрей Рублев для нас – это человек, который создал все эти великие работы. Но его личность по-прежнему остается загадкой. Получается, что мы знаем о существовании иконописца Андрея Рублева по документам, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Более того, каждый следующий источник, появившийся уже после смерти художника, ничего не проясняет, а наоборот, только еще больше запутывает исследователей. И даже место захоронения иконописца могло навсегда остаться тайной, если бы не одна странная история. В 1853 году в городе Ржеве Тверской губернии в соборном храме обнаружен чудотворный череп Савва Священного. Происходит чудесное исцеление. В храм идут паломники со всей Центральной России. А между тем, в действительности, мощи Савва Священного находятся в лавре его имени близ реки Иордан. Откуда в Ржеве голова Саввы? Секретным указом от 12 сентября 1853 года Святейший Синод поручает митрополиту Филарету разобраться, что произошло. В ходе расследования выяснилось, что голова была похищена во время отступления французов из горящей Москвы 1812 года. Мародеры разбирали все, что не успело сгореть. Зачем им могла понадобиться голова? Или все-таки это были не мародеры, а, например, те же самые старообрядцы? Удивляет и еще один факт. Пропажу обнаружили не сразу, хотя монастырские описи всегда были очень педантичными. Митрополит Филарет также узнал, что голову на рынке купил старообрядец, ржевский купец Образцов. Продавец, имя которого не установлено, уверял, что голова и спас Андроникова монастыря. И вот давайте теперь представим рынок и продавца, который зазывает покупателей. Продам череп, продам череп. Верите? Я нет. Может быть, старовер Образцов не покупал никакой головы на рынке, а был тем самым расхитителем гробниц? Также по рассказам потомков Образцова стало известно, что с 1812 до 1829 года череп хранился в Москве в доме купца. Исцелял членов его семьи и ближайших друзей. После смерти Образцова и его супруги дети, согласно завещанию, передали череп в главный Ржевский собор.
Сведения, полученные в Ржеве, повлекли за собой расследование в Спасо-Андрониковом монастыре. По просьбе митрополита Филарета обследование места захоронения мощей произвел архимандрит Платон. Он-то и заметил, что один из черепов отсутствует. Затем был допрошен ямщик Бакулин, который жил недалеко от монастыря. Так вот, по его словам, во время захвата французами Москвы двери в монастыре и в храмах не закрывались, а значит, проникнуть сюда беспрепятственно не составляло никакого труда. Митрополит Филарет не мог не обратить внимания на странные особенности захоронения. Он должен был усомниться в том, что мощи принадлежат Андронику и Саве. Можно было надеяться, что имена иконописцев, покоящихся в монастыре, наконец будут открыты, ведь результаты расследования представителей Синода не могли остаться незамеченными. Ну вот как звучала резолюция Филарета от 11 октября 1853 года. Главу признать неизвестной, почести не воздавать, пока не будет знамений, главу оставить там, где была. И тем не менее, после расследования череп оказался в Преображенском соборе в Твери. Полная непредсказуемость и отсутствие логики. Что и по какой причине таким образом пытался скрыть Филарет? Митрополит Филарет догадывался, что отрезанная голова происходит из Андроникского монастыря. Мне думается, что он, скорее всего, боялся, что история вызовет шум и начнут интересоваться, кто же все-таки похоронен. Думаю, что он сам понимал, что два игумена в одном гробу не могли оказаться. А с другой стороны, в рассказе об основании Андроникского монастыря, записанном Пахомием, рассказывается о том, что после смерти Саввы, которого все очень уважали и почитали, его ученик, священный инок Ефрем, страдавший блудным бесом, решился прибегнуть к помощи своего учителя покойного и, как сказано буквально в житии, пришел к гробу преподобного Саввы, долго молился, получил избавление. Если бы Савва был похоронен вместе с Андроником, тогда Ефрем пришел бы к гробу Андроника и Саввы. В 1865 году московские купцы заказали 7-пудовую серебряную раку для мощей игуменов Андроника и Саввы, находящихся в Спасо-Андрониковом монастыре. Существует версия, что все эти годы определенный круг почитателей Андрея Рублева знал правду о захоронении. Ходили даже слухи о тайном обществе, связанном с именем великого иконописца. Однако никаких документов, подтверждающих существование рыцарей ордена Андрея Рублева, до сих пор нет. Есть одно логичное объяснение – староверы. Можно предположить, что они уже установили принадлежность мощей Андрею Рублеву и тайно почитали их. У старообрядцев было достаточно связей, а также времени – несколько столетий, чтобы получить нужную информацию. Кроме того, к тому моменту они уже не представляли серьезной опасности для официального православия. Вновь имя Андрея Рублева появляется в документах уже в 1918 году. Как ни странно, интерес к иконописцу возник у советской власти. Руководству страны, озабоченному программой монументальной пропаганды, потребовались имена иконописцев, чьи работы будут считаться частью культурного наследия. В числе прочих прославленных мастеров историк Игорь Грабарь назвал Ленину имя Андрея Рублева. Это гарантировало сохранность произведений искусства и объектов, связанных с именем Андрея Рублева. Однако весной 1922 года происходит новое похищение мощей из Спасо-Андроникова монастыря. Тогда большевики конфисковали серебряную раку, подаренную московскими купцами. Она находилась здесь, в алтаре Спасского собора. Что произошло далее с мощами, остается тайной. И еще одна странная история произошла с памятником Андрею Рублеву работы Ватагина.
2018 году проводился конкурс на выполнение этого памятника. И, насколько я понимаю, его выиграл именно Ватагин. Но памятник почему-то не был установлен. Это должна была быть трехметровая стела, которая должна была быть установлена на Никольской башне Кремля или рядом с ней. Но это, в общем, не осуществилось. Но, я полагаю, власти, во всяком случае, не хотели отметить Спас Андроников монастырь и вряд ли бы установили здесь эту стелу. Но в 18 году уже были осуществлены некоторые раскрытия его произведений. Думаю, что, конечно, предложение для этого списка вносил, конечно, наркомпрос. И с подачи, вероятно, Игоря Эммануиловича Грабаря туда, так сказать, попало имя Андрея Рублева. Революция. Отделение церкви от государства. За первые годы советской власти, по разным подсчетам, уцелело от 10 до 15% церквей. Спаса Андроников монастырь сохранился чудом. На территории монастыря снесли некрополь и надвратную колокольню. Сам монастырь в 1920-е и 1930-е годы использовался для нужд пролетариев. Чего здесь только не организовывали. Тюрьма, приют, архив, гараж, трибунал, склад. Потом его и вовсе передали заводу «Серп и молот». Как мы знаем, подобное происходило со многими монастырями и храмами. Теперь можно сказать, что вот такое нецелевое использование было своеобразной данью за спасение. Однако гарантий не было никаких. В 1933 году по поручению центральных реставрационных мастерских проводится исследование главного собора монастыря. Над святыней и памятником русской культуры навис страшный приговор. Цель исследования – убедиться, является ли Спасский собор древним зданием, или его можно признать новостроем, подлежащим сносу. Скорее всего, это была так называемая инициатива на местах. Так или иначе, храм, построенный в начале 15 века, постановили разрушить. Защищать культурное наследие в те годы было крайне опасно. Тем более, если оно имело хоть какое-то отношение к церкви. Любой донос грозил тюремным сроком или расстрелом. Тем не менее, за Спаса Андроников монастырь не побоялись вступиться историки и искусствоведы. Архитектор, реставратор Петр Дмитриевич Барановский, еще в 20-е годы обследовавший Спас Андроников монастырь, решил его спасти. Барановский сообщил изумленной публике о своей находке. Якобы рабочие вывернули надгробную плиту, которая показалась Петру Дмитриевичу подозрительной. И он сделал с нее так называемый стампаж. Ну, то есть поднес лист бумаги и протер его чем-то, ну, карандашом, углем и так далее. И потом он, к своему удивлению, обнаружил, что там было имя Рублев, и таким образом он восстановил этот текст. Она сохранилась якобы в фрагментах, и все это потребовало большой реконструкции. Но и в настоящее время можно со всей определенностью утверждать, причем это и с исторической, и с филологической, и лингвистической и так далее точек зрения, что это, конечно, была подделка. Но в данном случае это была, в общем, благочестивая подделка, что называется, во спасение. Монастырь удалось отстоять. Имя Андрея Рублева убедило чиновников в исторической ценности архитектурного комплекса. В дальнейшем иконописец продолжил покровительствовать Спасу Андроникову монастырю. В 1947 году, благодаря его имени, монастырь получил статус музея. Музея Андрея Рублева. Историко-архитектурный заповедник его имени. С этим знаменательным событием москвичей поздравили известный советский художник Йогансон и французский художник Эммануэль Дастье. Андрей Рублев – наша национальная гордость.
Может быть, именно с этой целью, во имя спасения монастыря, в течение нескольких десятилетий искусствоведы приписывали иконописцу работы, которые он не создавал. А Игорь Грабарь даже выделил свой обычный стиль Андрея Рублева. Может быть, специально для этого писались десятки диссертаций, основанных не на фактах, а на вымысле и фальсификациях. Даже если это так, у кого сейчас повернется язык обвинить автора мифа, созданного во имя добра? Единственные работы Андрея Рублева, авторство которых доказано, миниатюры из Евангелия боярина Хитрово. Неужели это все, что осталось нам от чудесного мастера? Так или иначе, перед нами шедевры древнерусской живописи. Источники, подтверждающие факт существования человека по имени Андрей Рублев, единичны, да и настоящего имени иконописца мы не знаем. Ведь Андрей – имя монашеское, а Рублев – только прозвище. Быть может, Андрей Рублев – лишь собирательный образ чудесного художника, великого иконописца земли русской. А может быть, еще удастся обнаружить его работы, в подлинности которых никто не усомнится. Сегодня же можно утверждать лишь то, что благодаря мифу об Андрее Рублеве сохранился один из старейших московских монастырей. Прогулки по Москве иногда заставляют задуматься, почему своего покровителя не оказалось у других памятников русской культуры. Как случилось, что никто из святых не позаботился о Зарядье, о Чудове, Вознесенском и Страстном монастырях, о соборе Спаса на Бору? Все они сохранились только на фотографиях. Вокруг памятника на условном месте захоронения Андрея Рублева и Даниила не утихают. До сих пор продолжают появляться версии судьбы мощей великих иконописцев. Но все новые расследования упираются в факт конфискации 1922 года. Что было дальше, неизвестно. Возможно, когда-нибудь удастся это узнать. Но так ли это важно? Ведь по большому счету памятник Андрею Рублеву – вот он. Это сохранившийся Спаса-Андроников монастырь. Thank you.